А знаете ли вы о том, что яблоко пробуждает гораздо лучше с утра, чем кофе? Я Андрей Дрофа, конечно, не Адам, но Еву свою нашел. Доброе утро проснувшимся. Продолжаем наблюдать за теми, кто рано встает. И сегодня бодрячком просыпаемся с известной радиоведущей, главной свахой страны Анной Середовой. Пойдем в гости. Доброе утро! О, привет, Андрюша! Кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро. У меня своя версия. Тот бодрячком. Вот. Бодрячок. Анна Середова сегодня просыпается вместе с нами в своем доме. Как ты встречаешь и во сколько свое утро? Ну, живу я вот здесь. Абсолютно понятно. Кровать, на которой я, в общем-то, сплю минимум 6-7 часов. Сама? Я женщина замужняя, конечно, не сама. С мужем. Ты просыпаешься в 6 утра? Я просыпаюсь ровно в 6 утра, но так как я ранняя пташка, ну, скажем так, работа обязывает, в 7 утра я уже должна быть в эфире, поэтому для меня утро – это понятие нерастяжимое. Я все делаю четко, хронометрированно, хотя я сразу встаю и бегу к компьютеру. А ну, ты успеваешь еще заглянуть с утра в Facebook? Конечно, вдруг ночью что-то произошло, я пролистала, где-то общее настроение уловила и уже поехала. Хорошие сегодня с утра новости, пошли дальше. Идемте. Проснулась быстро ванна. Вах! И сколько это занимает времени? Ой, ну из 40 минут это целых 10 минут. Ого! Да, я себе позволяю расслабиться. Аня, у нас есть рубрика, которая называется «112 секунд». Это песня. Песня. За песню можно успеть многое. Ну что, включаем песню и смотрим, как справляется со своим домашним заданием Анна Середова. Поехали. Сорок секунд. 60 секунд поет Анна Середова в душе обычно с утра, друзья. Минута 30. Побежали. Аня, стоп. Конечно, Андрей, тебе не верится, что женщина может так быстро принять душ. Это бывает, если ты работаешь в утреннем эфире. Это все возможно. Молодец, Аня, тебя поздравляю, ты реально рекордсменка. Если бы Анна Середова и одевалась так же быстро, как моется. Я же женщина. Прекрасно выглядишь. Спасибо. Хотя мужчина на меня жаловаться грех. Я быстрая. 10 минут, Аня. У тебя до эфира, я так понимаю, осталось... Андрей, 10 минут – это целая... Целая жизнь. Аня, у тебя огроменная кухня. Это кайф. Пьешь исключительно чай или это может быть и кофе, фреши, соки, что тебя бодрит? С утра я пью и чай, и кофе, предпочтение отдаю чаю, и я еще не завтракаю. Ну, во-первых, потому что очень рано, начало 7 утра, организм еще такой полуспящий, и вообще на голодный желудок как-то работается бодрее. Доброе утро! Доброе утро! С Анной Середовой. Бежим на работу. На работу. Если не против, мы тебя подвезем. Ребят, я только за. С утра доезжаю быстро, да. Потому что время такое беспробочное, конечно. То есть буквально 3-4 светофора, и я уже на работе. Ну все, мы успеваем. Доброе утро. Без двух минут. Доброе утро, дорогие друзья! Как всегда, в это время, прямо в 7 часов утра, мы говорим вам доброе утро! Я, конечно же, Сергея Галибина заменить не могу, но очень приятно было сегодня просыпаться с Анной Середовой. Спасибо! Хорошего дня!